Мой дружок-пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие. Избавь себя от унылого фарма. Заходи в мою группу по прокачке. Обеспечим валютой, уровнем, или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и карабокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Всем привет, мои дружочки-пирожочки, перед вами бенефактор LM87, настоящий гоночный болид, схожий с болидом Mercedes C9, относится естественно к классу суперкары, и у него много схожего с подобными болидами по типу RE7B или S80R. Конечно, какими бы быстрыми и маневренными такие автомобили не были, они не очень популярны из-за своей внешки. Задние и передние световые приборы очень качественно сделаны, текстурки прям как из модов, в целом каких-то изъянов я не нашел. Но про внешку этого автомобиля особо нечего сказать. Типичный гоночный болид группы C для долгих гонок Лиман. Перейдем непосредственно к тюнингу этого суперкара. Ах да. Самое-то главное забыл сказать, автомобиль исключительно рассчитан только для одного водителя, никаких девочек с грязными ногами с трассы нельзя будет забрать. Но учитывая какая тряска у этого автомобиля, все произойдет само собой. Главное, чтобы не в повороте или на оживленной трассе. Несмотря на такой достаточно уже готовый вид, тюнинга тут достаточно, да. Тут можно поменять текстурки глушителей, можно даже открыть капот и заменить решетку радиатора. И камера явно не была рассчитана на то, чтобы тюнинговать эту бричку в автомастерской. Капот, он же передний бампер, также полностью меняется, хотя самих вариантов тюнинга не так и много. В общем, покопаться можно, но в первую очередь, конечно же, нужно выбрать раскраску, так как она добавляет не только, например, полосы, но и меняет цвет внутри передних фар, автомобиль сразу становится более живым. Ну, собственно, как и баба, после того, как накрасит хотя бы свои глаза. Теперь моя бричка выглядит как один из группы KISS. Вообще, когда был малой, я всегда смотрел именно на фары автомобилей, а не на лобовое стекло с водителем. Да чё уж там. Когда я смотрел тачки, я также фары наклейки воспринимал как глаза, а не та херня, что на лобовом стекле. Но то, что глаза у тачек рисуют на стекле, это правильно? Я хуй знает, почему в моем детстве так было. Сейчас иногда замечаю шкилу на переходах. Все смотрят мне в глаза, а не на фары автомобиля. Ну да ладно, по спойлерам, тут кому как удобно, но для меня лучше, чтобы автомобиль был не такой длинный, и благодаря некоторым спойлерам можно как раз создать такой эффект. Конечно, большой спойлер выглядит эффективным, но я за простоту. С таким спойлером автомобиль выглядит уже более приземленным и вполне себе обычным суперкаром. Но дырявый мешок по центру все равно немного спутывает карты, заряженные в киоске. По максимальной скорости, я не знаю, что за шляпа, но 100-метровая прямая, с которой я снимаю результаты, занимает 1750 миллисекунд. Столько же, сколько и Torero XO. И если это все разделить на часы в километрах и округлить, то получается как раз 206, те же 206 километров в час. Вот только ускоряется эта бричка до этих скоростей довольно таки долго, не совсем законно, об этом чуть позже. По драг-круисингу тут все плачевно, но вполне себе ожидаемо. Этот автомобиль явно не для гонок по прямой с места. Ему нужна извилистая дорожка, по которой он будет катить как по рельсам. Рельсы, шпалы, кирпичи, в тебя летит струя мочи. А вот LM87 особо не летит. Старт довольно нервный, и тачку постоянно приходится подруливать. Четверть мили на 32-м месте. Это очень слабенько. На одной и второй положение никак не меняется. Все тоже 32 место. Но мы-то знаем, что тут хорошая максималка, которая как раз и приводит этот болид на 11 место. Да, долго. Но это все равно, что какой-нибудь драг-монстр выпустить на грунтовую дорогу. Не обижайте LM87.
По сложной кольцевой ничего сложного, управление тут просто сладкая конфетка под чаёк, угол поворота не такой уж и большой. Но при этом автомобиль довольно резво доходит до края этого угла и держит его постоянно. Результат явно мог бы быть лучше. Но я не стал потеть, просто чтобы забрать первое место у Тореро. Едет он плюс-минус как S80R. Но бывает такое, что задняя ось соскакивает. Это бывает редко. В особенности если есть бордюры на поворотах или явный подъем или спуск при том же повороте. А вот что явно напрягает, это стуки подвески после прохождения определенной скорости. Из-за этого LM87 не может ехать по прямой. Его постоянно тянет в какую-то сторону. Эта же отбивка добавляет немного максимальной скорости. Может как раз из-за этого результат такой же как и у Тореро XO. В общем, суперкар со странностями, но управление тут просто великолепное. Бричка едет ровным счетом туда, куда ты хочешь повернуть. Иной раз даже можно рисковать и особо не кидать педаль газа, заруливая в сложные повороты. Вот сейчас прислушайтесь. Тачка разгонится до определенной скорости и начнет с режим сушки в стиральной машине. К тому же ее начнет тянуть в сторону. Так что приходится всегда подруливать. Вот такая шляпа боярского. На Гран-туризме как на отдыхе, гашетку в пол и только рули. А рулиться тут очень легко, отсюда и результат. Третье место. Даже немного S80RR обошел. Что могу сказать по гонкам? Определенно для каскадерских гонок и вот таких с затяжными поворотами тачка идеально подойдет. Только бывает ее заносит. Но она быстро откликается и восстанавливает траекторию. А вот скорость уже не восстанавливает так быстро, как хотелось бы. В общем, назвать это бешеной вагонеткой нельзя. Но автомобиль чувствуется максимально легко. Ты уже знаешь заранее, что любой поворот она пройдет идеально, и чем больше скорость, тем лучше она рулится. Как едет этот автомобиль? Мне понравилось. Но использовать его в повседневной жизни я, конечно же, не буду. Как бы хороший этот автомобиль не был, для меня это пустышка. Как тот же S80RR, замечательный автомобиль, но очень специфичный. Стоимость его $2 915 000 GTA. Это уже потолок. Но это для нас и сейчас. В будущих обновлениях это просто пол следующего этажа, который будет явно не последним. Я бы был не против того, если бы эту тачку закинули в отдельный класс группы C, сделали бы специальные гоночные трассы под такие брички с пит-стопами, как у болидов в GTA. Вся механика уже готова. Нужно только запустить подобное. За место этого мы получим гонки по Кооперика, где проседают кадры так, что ни до какой гонки дела людям не будет, особенно со слабенькими компьютерами. Ну да ладно. Теперь главный вопрос, покупать тачку или нет. В 90% случаев я бы сказал, что нет. Остальные 10% и так знают, нужно ли им засорять гараж подобным транспортом. Но это новый контент, такой же как и новые задания, например. Ты сел, покатался, ощутил что-то новенькое, что на самом деле хорошо забыто и старенькое. И забыл про это. И так по новое от обновления до обновления, от тачки до тачки. И бывает, когда ты за что-то цепляешься и продолжаешь на этом катать чаще. И бенефактор LM87 не тот автомобиль. Я это говорю лично про себя. Кому-то такое нравится, и он с удовольствием будет катать на этом дальше, и по Лос-Сантосу, и в гонках. Вот такой суперкар был сегодня. На этом все, мои дружочки-пирожочки. Спасибо вам за просмотр. И конечно же отдельное спасибо дружочкам-пирожочкам за поддержку. До новых встреч. Всем ББ. Всем ГГ.